В воинских частях команда сухопутных войск особое внимание уделяется организации служебно-боевой деятельности. Все объекты в воинских частях команды построены в соответствии с современными требованиями, оснащены необходимым оборудованием и инвентарем. С учетом опыта, обретенного в Отечественной войне и при участии профессиональных турецких офицеров, обеспечивается поддержание высокого уровня боеготовности командос и совершенство их практических навыков. На учениях, проводимых в условиях, максимально приближенных к боевым, бойцы командос на местности со сложным рельефом выполняют передислокацию на военных вертолетах и другими методами. Успешно выполняется задача по прорыву полосы препятствий в условиях непосредственного соприкосновения, ведению боевых действий в гористой местности, проникновению в глубину обороны, а также по окружению и нейтрализации диверсионной группы условного противника, оказывающего сопротивление в укрытиях и населенных пунктах.